Возьми свет, а взамен принеси деньги, перепиши квартиру и полностью подчиняйся. Всевозможные религиозные секты, для которых духовность зачастую только прикрытие, несмотря на запрет на законодательном уровне, продолжают свою деятельность, но уже в тени. Как противостоять сектам и действительно ли они так опасны? Обсудим сегодня с нашими гостями. В студии у нас Юлия Нарманская, кандидат культурологии, доцент КФУ имени Вернадского, Василий Шанин, протоиерей, клирик Александра Невского кафедрального собора Симферополя, Андрей Ишин, доктор исторических наук, профессор КФУ имени Вернадского. Добрый день, господа. Добрый Итак, день. Действительно, тема такая на сегодня актуальна, учитывая, что накануне, 20 марта, в Ялте был задержан сотрудниками ФСБ один из представителей этой секты, свидетели Иеговы. Кроме того, по 6 адресам еще провели обыски. Но у меня вот возникает вопрос, да, вот какой-то период времени на территории Крыма они функционировали, да, то есть люди уже стали сторонниками этого вероучения, если его можно таковым назвать, да. Почему свидетели, в принципе, Иеговы признали экстремистской организацией? Вот что такого они опасного делают? И, не знаю, вот по сути тоже верят в какой-то там страшный суд, да, после апокалипсиса. Они точно так же верят в рай на земле. На ваш взгляд, Юлия, вот насколько справедливо запретили? Ну, наверное, о справедливости и несправедливости решения Верховного суда РФ будут решать другие инстанции, потому что именно эта инстанция вынесла решение о признании организации экстремистской. Но из изученных мной материалов, в том числе аналитических, вот четко ответить на вопрос, что сделали такого свидетели Иеговы и в чем именно в их учении заключается их экстремистскость, вот четкого ответа на этот вопрос нет. Да, было запрещено их издание, которое называется «Сторожевая башня», свидетелям Иеговы было вынесено предупреждение, это тоже вот зафиксировано в документах, можно материалы посмотреть, не было соответствующей реакции. И получается, что в 2017 году Верховный суд выносит решение о признании именно организации, не вероучения. Это очень важно разделять, что религиозная организация – это, скажем так, социологическое понятие, а вероучение – это ближе к философии богословия. То есть, по сути, если она официально будет зарегистрирована, то это противозаконно. Да, если люди просто будут собираться и веровать в данном случае, да, в Бога, вот согласно если этим догмам, они, то да, это, да. Это законно, так? Ну, тут получается, что необходимо соблюдать закон о свободе совести и вероисповедании, плюс еще поправки, которые были сделаны вот в пакете Яровой, что, пожалуйста, вы можете верить во все, что угодно, но вы не можете проповедовать это вероучение, заниматься незаконной миссионерской деятельностью, потому что там определенная схема прописана. А незарегистрированная организация, она не может физически эту схему Хорошо, выполнить. Но вот насколько я знаю, Василий, их версия перевода Библии, она тоже является запрещенной. А вот в этом случае это действительно религиозное убеждение или все-таки заблуждение с точки зрения религии? Ну, никакой из переводов Библии запретить невозможно. Это во-первых. Во-вторых, несмотря на то, что библейских переводов существует очень много, существуют целые институты библейские, занимающиеся этим вопросом, ученые, библеисты, исследующие текст Библии. Перевод Нового мира, на котором основывается, который использует в своей практике организация свидетелей Иеговы, да, ни одним компетентным, так сказать, библеистом и ученым он не признается как перевод, соответствующий вот подлинному смыслу самой Библии. Безусловно, там присутствуют определенные искажения, которые выгодны самой организации. И, конечно, этот перевод определенно идеологизирован. Я говорю сейчас за перевод Нового мира, который они используют в своей практике. Но хорошо, однако, а как они... вы считаете, вот в принципе, свидетели Иеговы, их можно отнести к экстремистской организации? Ну, лично мое мнение, нет, конечно. То есть вы считаете, что, по сути, они могут функционировать, верить в то, что хотят? Люди верить? Читают Библию, им запретили это делать официально, так сказать, да? Они читают ее по домам. Ну, на здоровье читайте. Андрей, вот когда мы говорим о тоталитарных каких-то сектах, да, то часть, наверное, в большей части заходит разговор о каких-то финансовых пирамидах, да? И я лично смотрел вот видеообыска,
у господина, которого задержали в Ялте, у него там тоже были различные, там, несколько пачек денег, да, в различной абсолютно валюте. Вот в этом случае, на ваш взгляд, является ли организация свидетелей Иеговы, организация, да, подчеркну, в том числе возможностью вот собрать деньги с уверовавших адептов? Знаете, вот я вообще хотел ответить в целом на первый ваш вопрос, да, ситуация... А вот кажется, это был мой первый вопрос. Я имею в виду вот, по поводу того, является ли эта организация экстремистской. Знаете, вопрос, на мой взгляд, гораздо глубже и серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь в России существует перечень экстремистских организаций, деятельность которых запрещена. Туда же была отнесена деятельность свидетелей Иеговы еще в 2017 году, решением Министерства юстиции Российской Федерации. Основания для этого решения, на мой взгляд, конечно, были. Дело в том, что... А какие основания были? Вот я вам приведу только один пример, да, совершенно четко, как говорят ученые, верифицируемый. У свидетелей Иеговы распространена практика запрета на переливание крови тяжело больным людям. Это касается и младенцев, и детей, и бессознательно находящихся в таком положении, скажем, родственников. И были зафиксированы в мире в целом, да, смертные случаи в результате вот этого запрета, категорического отказа. Андрей, я вам хочу сказать, что у нас сейчас родители могут отказаться от прививок детей, что тоже, к сожалению, может привести к такого же рода случаю. Что касается, тут я сейчас не хочу вдаваться в дискуссию о прививках, я сейчас хочу четко вот обозначить то, что были зафиксированы конкретные смертельные случаи, когда свидетели Иеговы фактически своих детей обрекали на физическую смерть и мотивировали это своим религиозным учением. Что касается других признаков экстремизма, значит, безусловно, есть признаки, которые позволяют относить эту организацию к числу тоталитарных, потому что там существует чрезвычайно строгая иерархия, высокая степень закрытости, конспиративности. Господа, я вот хочу просто уточнить, Василий, разве вот в нашей церковной системе нет иерархии? Тоже достаточно такой жесткой, устоявшейся иерархии? Ну нет, конечно, иерархия существует, потому что это библейское установление. Вопрос в другом. Организация, которая контролирует своих членов достаточно жестко, регулярно, ежемесячно выдавая необходимый журнал с необходимой информацией, который должен быть обязательно изучен. Это закрытая вещь. Вот. И если говорить об этом, это, конкретно вот о свидетелях Иеговы, да, то это закрытая организация. То есть, методические пособия, да, по тому, как жить необходимо. Организация, у которой есть определенная идеология, и которая направляет вот этих своих как раз членов, простых, обычных, искренних людей, да, скажем, в определенном идеологическом русле. Это то, что есть. Если говорить за церковную иерархию, то церковная иерархия не выпускает методичек, которые обязательно должны штудироваться членами церковных собраний. Да? Она возглавляет молитву, она, безусловно, занимается административным руководством, да? Но человек, принадлежащий к церкви, это свободный человек, который свободно верит в Бога. Юлия, хотелось бы продолжить непосредственно финансовую тему. Мы начали с Андреем ее обсуждать, да, но так и не закончили. Действительно, с людей собирают определенные там какие-то финансовые, условно назовем это, пожертвования, да, но тем не менее, насколько я знаю, насколько мне там удалось почитать, подготовиться, да, все-таки организацию финансируют из-за рубежа. И если, как сказал, Василий, людям навязывают, да, какую-то там условно методическую, в том числе литературу, которую выдают в обязательном порядке раз в месяц, и попробуй не прочти, значит, пытаются играть роль кукловодов. Вот в этом случае люди становятся обычными куклами в руках манипуляторов откуда? Головной центр-то он в Бруклине находится. Вот. А по поводу кукловодов, наверное, вы так жестко сказали, но вообще там присутствует четкая регламентация жизни, есть определенные правила, которым должны члены этой организации следовать. Но мне хотелось бы вот что подчеркнуть, что это следование... Там правила не очень плохие. Они-то вот нельзя пить, да, нельзя курить, нужно вести целомудренный образ жизни. Но дело в том, что Владимир Владимирович Путин, да, наш президент, он же совершенно не случайно дал поручение разобраться, а что, собственно говоря, произошло. И если я помню правильно, дата поставлена июль 2019 года, когда должно решение быть пересмотрено.
Потому что, ну, не понимают люди, что действительно происходит. На Совете по правам человека была эта информация. Даже вот, вы знаете, я читала комментарий одного священника по поводу экстремистского содержания иговистской литературы. Он говорит, ну, ребят, понимаете, даже стихотворение «Огни Барто оторвали мишке лапу» при желании можно признать экстремистским. То есть здесь нужна такая вот вдумчивая, неповерхностная работа с привлечением многих специалистов. Андрей, ну действительно, вот в этом случае сначала сделали, а потом подумали, так получается? Я по думаю, сути, можно нет. сейчас отменить пенсию, а потом сказать через 2 года, ой, ребят, мы перепутали, никто же не компенсирует эти выплаты. Так и здесь. Я думаю, что тут как раз решение было продумано и базировалось на серьезном изучении деятельности организации на всем постсоветском пространстве, не только в самой России, кстати говоря. Я, кстати говоря, вспоминаю, вот могу поделиться с нашими зрителями, вот, своими впечатлениями от бесед. Я неоднократно так чисто случайно. Вы поступал. Случайно не в секте? Нет, я не в секте, и не случайно закономерно, что я не в секте. Вот. Я вот, запомнил очень хорошо один свой разговор в троллейбусе, кстати говоря, он возник с представителями этой организации. Это еще мы находились тогда, Крым искусственно находился, я считаю, тогда в составе Украины. И меня вот, адепты, скажем, да, пытались убеждать в том, что вот в Библии же написано, что нельзя убивать, не убей. А вот вы, православные, значит, позволяете своим, значит, прихожанам служить в армии, брать в руки оружие, служить в органах правопорядка там, и так далее. В Библии же так написано, нельзя, по их мнению. Хотя они Библию, видимо, как-то очень фрагментарно и поверхностно изучали. Я ответил несколько по-иному. Я сказал, вы знаете, кто вот недавно за вас прилетал сюда ходатайствовать, чтобы вас не обижали, чтобы вам создавали все максимально комфортные условия. Это тогда госсекретарь США Мэдлин Олбрайт. Сейчас она уже не занимает пост госсекретаря США, но по-прежнему входит в ведущий эшелон американской политической элиты. Вот. А вы знаете, что эта женщина сыграла огромную роль в развязывании, скажем, как раз 20 лет мы вспоминаем сейчас, да, варварских бомбардировок Югославии. То есть те люди, которые призывают нас не защищать свою родину, не брать в руки оружие, не служить и, так сказать, не работать в правоохранительной системе. Они развязывают войны по всему миру, там, где уже заморозуются. Я наверняка не знаю, но Мадлен Олбрайт, я уверен, пусть она отправляла до кого-то, но не убивала личными руками, так что заповедь не нарушила. Да? Я ни в коей мере не хочу никого защищать. Очень интересная интерпретация. Значит, человек, который развязал войну, не нарушил заповедь. Мне кажется, тут... Но заповеди «не развяжи войну» нет, по-моему, да? Напомните, Василий. Блаженный миротворец, убей, да. Есть такая заповедь, есть. И в Евангелии, и в Ветхом Завете она присутствует. Да? Поэтому, конечно, вот это лицемерие американской политической элиты, которая финансирует, которая спонсирует, которая направляет деятельность не только этой организации, но и подобных им организаций, она, конечно, преследует долгосрочные цели. Главное из этих целей заключается во фрагментации традиционного социокультурного и традиционно-конфессионального пространства нашей страны. И эта цель хорошо проплачена, она хорошо продумана. И, безусловно, мы имеем сейчас дело с необъявленной информационно-идеологической экспансией на территории нашей страны со стороны заокеанских политических кругов. Но вот эта фрагментация, она происходила уже после, наверное, распада Советского Союза в большей степени. И тогда... Она, кстати, стала одной из причин распада Советского Союза в свое время. Ну вот тогда был, по сути, кризис вот этой атеистической идеологии. На тот момент многие религиозные течения, и христианские, и исламские, они начали набирать популярность, начали набирать обороты. Почему именно на постсоветском пространстве, почему именно Россия, Украина в первую очередь, да, если мы говорим о свидетелях Иеговы на тот момент, оказались в запрещенных? Почему не там любые другие протестантские церкви? Ну, дело в том, что протестантизм — это явление очень сложное, и там существуют классические протестантские структуры, например, лютеранская церковь, да, существуют неопротестантские церкви. Кстати, могу привести еще один показательный пример. Вот человек, который вошел в историю как кровавый пастор, да, по фамилии Турчинов, который, собственно говоря, отдал приказ о варварских военных операциях против мирного населения Донбасса еще в 2014 году. Он же представляет собой неопротестантские движения, необаптистского толка. То есть фактически человек, который, как вы говорите, должен казаться таким добреньким, да, призывать к миролюбию. Я не говорю, да, что нужно казаться добреньким. Да, но вот тем не менее, вот этот человек развязал эту кровавую бойню, которая непонятно когда вообще прекратится. Вот, потому что силы, которые развязали, в этом заинтересованы. Да, Юля, я смотрю, есть что добавить, да, по этой теме. Ну да, я сейчас просто задумалась о том, что вот есть
учение, есть идеология, а есть конкретные люди. И это во многих религиях так было, что кто-то, скажем так, с позиции экстремизма и фундаментализма интерпретировал эти идеи. А по поводу пацифизма свидетелей Иеговы, ну, ни для кого не секрет факт, что это была самая выраженная антифашистская организация. И даже в немецких концлагерях только три категории пленных носили специальный опознавательный знак. Это были евреи, это были гомосексуалисты, это были свидетели Иеговы. То есть вот насколько эта религиозная организация была не согласна с режимом, ну, тем же гитлеровским, насколько они были против войны, насколько они не хотели участвовать. То есть, на ваш взгляд, нужно не бороться с общностью, а с конкретными персоналиями, да, в этом случае? Вот в том числе, да. И по поводу тоже общности. Вот знаете, когда что-то запрещают, ну, сразу работает схема «запретный плод сладок». Вот. И организация-то нам, как мы видим, никуда не девается, просто она переходит в катакомбное существование и становится еще более манящей и привлекательной. Как в свое время масонское братство. Конечно, да, конечно. Василий, ну вот не только христианство, да, ислам тоже, есть некоторые направления, часть из которых являются радикальными, да, зачастую террористическими. Вот яркий пример для Крыма – это запрещенная в России организация «Хизбут-Тахрир». Такой вопрос. Можно ли иеговистов назвать представителями нетрадиционного христианства? И можно ли вообще сравнивать цели и задачи вот одних с другими? Ну, по поводу нетрадиционного христианства, совершенно верно. Если следовать строго доктрине, самой доктрине организации свидетелей Иеговы, то она отличается от традиционной христианской доктрины. Безусловно. От доктрины, которую исповедуют традиционные церкви, в данном случае православная церковь, католическая церковь, например, да, следуя древнехристианскому преданию. И, ну, какие элементы разницы вероучения? Я понимаю, что большинство зрителей не разбирается в традиционном христианском вероучении, безусловно, не может и не поймет, и не разберется в, тем не менее, 90% жителей России считают себя православными. Ну, к сожалению, эта цифра, на мой взгляд, не отражает реальности. Внешняя, внутренняя религиозность. Так вот, если говорить о доктрине, да, вот традиционная христианская доктрина. Христианин – это тот, кто? Это тот, кто верит, что Иисус есть Христос, Сын Бога. И то, что Он Бог воплощенный, это именно провозвестие христианской церкви самых-самых первых вот веков. Это Евангелие спасения. Пожалуйста, вера в Иисуса Христа как в Бога, она, безусловно, отсутствует в доктрине организации свидетелей Иеговы. Хотя вроде бы кажется, хорошо, что они, что, они верят просто вот в Иегову, да, вот в Бога? Ну, скажем так, в Бога Отца, да? Да, можем так сказать. Отсутствует вера в Троицу. Да. Андрей, а вот как помочь людям, которые попали, ну, все-таки это считается сектой, да, которые попали в сети этой секты? Многие скажут, действительно, вот там, да отстаньте от них уже, не трогайте, пусть делают, что хотят, вроде ничего там, ничего плохого не творят. Но что вы ответите таким людям? Вот вы знаете, я, опять же, я против сейчас категорических однозначных ответов, я сейчас пытаюсь вместе с вами разобраться в ситуации, и вот хочу сказать следующее по этому поводу, что речь сейчас не идет о богословских спорах, да, ведь организация запрещена не из каких-то богословских расхождений там с православием, с исламом, еще с какими-то другими традиционными конфессиями. Организация запрещена потому, что Министерство юстиции, на мой взгляд, совершенно обоснованно сочло, что эта организация несет опасность для государства и общества. Андрей, в чем эта опасность заключается? Да, в чем? Если выразить это одним словом, фактически эта организация способствует тому, что человек, попавший в нее, десоциализируется, он утрачивает свои корни гражданственности, потому что они проповедуют фактически скорое ожидание Армагеддона, весь мир – это царство сатаны, который погибнет, останутся только избранные, то есть они сами останутся жить и царствовать. То есть фактически идет противопоставление человека государству и обществу, тем самым, да, происходит десоциализация человека. Как ему помочь? Я думаю, что нужно, наверное, начинать с превентивных, с профилактических шагов, которые касаются сферы образования, сферы воспитания, просвещения, да, как мы говорим. И вот мне кажется, что очень важно, чтобы образование у нас было не просто сферой коммерческих услуг,
той средой, в которой человек просвещается какими-то высокими ценностями, смыслами, гражданственностью, патриотизмом, чтобы человек не просто обучался чему-то, чтобы он учился каким-то нравственным, очень важным началом. Вот этому нужно уделять максимально высокое внимание. Спасибо, Василий. А вот в этом случае мы услышали, да, от Андрея то, что обоснованно, да, в принципе, запретили эту организацию, его мнение. Ну, на мой взгляд, да. Да. Если говорить с позиции церкви, рассматривать этот вопрос, вы видите в свидетелях Иеговы, ну, не знаю, так, может, грубо выражусь, но тем не менее, конкурентов, так скажем? Лично мое мнение. Ну, возможно. В определенном смысле, да. Вы рады, что их запретили? Нет. То есть вы за то, чтобы отменили запрет? Должна быть разумная конкуренция. Потому что мы запретами ничего не добьемся. Инакомыслящих, еретиков, сектантов нельзя уничтожать, нельзя подвергать репрессиям и преследованиям. Это не по-христиански. Иисус в Евангелии не призывал нас: преследуйте ваших врагов, обижайте ваших обидчиков, проклинайте тех, кто вас обижает, и так далее. Все было как раз кардинально наоборот. Это не говорит о том, что... Но апостол говорил, что власти не напрасно носят меч при этом. Это речь шла о, скажем, тех, кто охраняет гражданский порядок. Здесь вопрос, скажем, слов Иисуса Христа, скажем, и отдельных рекомендаций Павла в посланиях, это дополнительное. Да? Вот если говорить конкретно о разумной конкуренции, да? Хорошо, запретили, да? Но можно действовать другими способами. У нас плохо поставлено, например, просвещение в библейском смысле. Давайте сделаем это более доступным, открытым, чтобы люди черпали, так сказать, вот из традиционного источника. Да? То есть не просто репрессивную машину противопоставлять, а противопоставлять разумные, скажем, средства проповеди. Да? Вот есть христианская церковь, да, у которой большая долгая история. Православная церковь в Крыму, да, часть в целом русской православной церкви. Да? Ну вот, пожалуйста, ведь это богатый источник знаний, богатый источник веры, богатый источник молитвы. Пожалуйста, откройте его для себя. Василий, с показательным христианским смирением вы ответили на этот вопрос. Юля, вот действительно, если мы говорим, продолжая тему Василия, который обозначил, что там и кровь нельзя переливать, да, и дети могут от этого страдать. Но, Господи, у нас по всей стране, я привел случай с прививками, да, сколько родителей просто, которые не смотрят за своими детьми, да, которые просто ничего, кроме там условно горлышко бутылки, ничего не видят. Это в лучшем случае. Может, и не самый худший вариант, когда дети, ну, насчет десоциализации я не согласен, ведь они имеют возможность общаться с другими сверстниками. Ну, там единственное, есть некоторые ограничения, потому что, вот, допустим, свидетели Иеговы не отмечают день рождения. Да? Ну, там, если это ребенок, для него это может быть важно, потому что как это так, все в классе отмечают, другие не отмечают, а он не отмечает в его семье. Или, вот, экстремистского в этом что? Нет, мы сейчас не про экстремизм, мы сейчас про десоциализацию. А вы можете сказать что-нибудь, вот, что такое наиболее экстремистское из их вероучений или деятельности их организации существует? За что вот их могли бы реально обосновать? На основании как раз-таки показаний бывших членов этой организации, именно касающихся запретов переливания крови. Но тут еще один такой момент психологический, который нужно учитывать. Дело в том, что бывшие, вышедшие из этой организации люди, они лишаются общения. То есть их фактически загоняют в ситуацию бойкота. Можете себе представить, насколько тяжко человеку, у которого было одно такое пространство коммуникации, а ему раз его и обрубили. Как он будет реагировать? И вот тоже мы с коллегами перед эфиром обсуждали, ну хорошо, вот там запретили организацию. Что взамен? Чем человек эту пустоту заполнит? Это вот знаете, тоже когда шло обсуждение, так внимательно очень слушала, что, а может быть, все вот взять и запретить, пускай будет только одна религия. Есть просто теория выбора религии, она очень похожа на как мы в магазине выбор принимаем. Да? Если мы пришли за йогуртом, там только один сорт, который мы не любим, ну, мы развернулись и ушли. А если мы приходим, там есть три сорта йогурта, но вот среди них любимого нашего нет. Но все-таки вероятность, что мы какой-то йогурт купим, да, она повыше. И если этот йогурт хорошего качества, если он легальный, или будем надеяться на то, что у наших людей, в принципе, со всего мира всегда будет возможность выбрать йогурт, и надеемся, что они будут выбирать этот йогурт очень правильно. Господа, я благодарю вас за беседу. Вам успехов в вашей работе. Зрители, я благодарю за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии в прямом эфире программы «Вечер Лайв» и обсудим то, что обсудим.